Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня на бездонате 100 тысяч самоцветов. Аккаунт предоставил мне мой подписчик Игорь, который играет на русском сервере под ником Игорь40Рус. У нас русский коллекционер, находится он в гильдии Двойной Капец. Вот так вот, кидайте заявочки, вступайте. Телега ДК2278. Босс 3.21.00 по МСК качаем часовых. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Мы поехали, посмотрим на аккаунт, что нам надо. О, я надеюсь, здесь очень много недостающих героев, и частично все герои открыты, потому что это последнее время какая-то печаль. Вот такой вот коллекционер. Без донат. Доната на аккаунте нет. Самики накопленные. Я надеюсь, мы сейчас тут потрешуем и вытащим всех недостающих героев. Такс. Сейчас посмотрим, или у него все открыто. Ну, я думаю, что все открыто. Да, все герои есть. В общем, поехали. Будем по ходу определяться. Ну, с вас, как обычно, лайки. Кому надо паролить от 40к. И дайте, и пишите в телегу, либо в ВК. Контакты все есть. Так, поехали. Сразу же, ребятушки, с первой тычки к нам прилетает Бугимен. И что могу сказать? Поздравляю. Первая недостающая имба у тебя уже есть. Поехали дальше. С первой тычки сразу же имба. Такс. Ну а что дальше? Дальше у нас Купидон. Рандомчик, давай. Просто изи, ребят. Лепите второй лайк второй рукой. Просто налегке мы вытащили ему уже мега, еще одну мега имбу. Это уже просто мега имба. Ну что, поздравляю. Хорош. Я надеюсь, так и дальше будет. Поехали дальше. Ну, на Тайване с бесплатки. Малыш Ник. Не знаю, нужен он, не нужен. Сейчас будем определяться. Капитан Рогатка. Просто изи, друид. Поехали дальше. Нам там что-то уже... Такс. Тыковка. Давайте до 75к. Призрачный всадник. Афина. И будем смотреть, кого мы там вытащили уже. Отдохнем. Ниндзя. Рандомчик. Ну, давай. Драка. Землеройка, пожалуйста. Просто налегке, блин. Вот это кайф. Вот кайф от таких роллингов, когда ты выбиваешь на бездонате. Химка. Так, и 150. Еще раз 150. Алхимик. Так, ну что, поехали. Поехали раздупляться. Ну, Космо. Космо, Бугимен, Рогатка. Сейчас я просто сразу пересмотрю их. Бугимен, Капитан Рогатка, недостающие 2. Так, Сердцеедка я не помню. Землеройка 3. Поехали, их пооткрываем. Просто кайф. Бугимен. Афинка, я не знаю, надо будет сейчас глянуть еще разок. Землеройка. Космо. Офигеть. Капитан Рогатка. Сердцеедка. Тоже ее не было. Что там, 5 героев? Просто жесть. Так, где там наша Афина? Афинка есть. Ну что, поехали. 5 недостающих за 25к мы уже вытащили. Там чуть-чуть больше, 29. Ворожей. Ну, ворожей есть. Так, дальше. Рандомчик, давай. Тыковка. Сердцеедка, повторочка. Суккуб. Дед Мороз. Сноу, одержимый, понеслась.
Так, ну чё там, было хорошее такое начало. Чё, у нас не будет больше ничего интересного? Рандомчик, ну-ка давай. 150, 150, 150. Надо ледяной феникс. Ледяха, приди. И только одна синь. Укротитель. Ниндзя, хранитель. Ну, а где? Где, блядь, легенды? Фрэнки. Стрелок. Вот, пошла жара. Ну, они, по-моему, здесь тоже есть. А вот Фрэнки я не помню. Сейчас глянем. И так вот. Блин, потратили мы уже половину очень быстро. Но Фрэнки есть. Сноу. Ну, Сноу, что это, герой, блин. Так, надо Махатма, надо Асура. Укротители. Это все такое. Не знаю. Дед Мороз. Укротителя здесь тоже есть. Стрелок. Это все, знаете, это такое, которое каждый день добывается. Такс, ладно, поехали. Настроились, поехали в рандомчик, сольем героя. Вот что-то мы эту традицию в последнее время нарушаем. Такс. Нифига себе растащил. Даже никто не сдох. Вот это вам бездон. Космо там всякие и все остальное. Так. Сразу же Рину. Видите, как действует. Эта тактика работает. Выходишь в Варлок. Бигфут. Профессор Риббит. Гаргул. Вот что надо. Вот что надо делать. Надо просто идти в рейд и просто там сливать. И вытаскивать имба-героя. Ведьма-медуза. Обалдеть. Вот это чувствуется. Еще раз Химка. Блин, ну что я могу сказать? Что я там хотел? Я завтыкал. Кого там мы там интересного вытащили? Нет. Ну, Закла это все такое. Я не буду их открывать. Ведьмочка есть. Ну, нападала легенд. Поехали еще разок. Проверим. Что-то тыква никак разгон не получит. Так, ну блин, надо еще пару имба-героев. Надо свален. Сегодня всем хорошо свален падает. Здесь мы его еще не получили. Капитан Дрейк. Триант. Друид. Что-то пошло не так. Еще один друид. Одержимый опять. Гаргул. Ну блин, давайте что-то, давайте какую-то Махатму нам. Нам Махатма надо. Асурика неплохо. Пожалуйста, вот. Просил Махатму. На тебе Махатма. Поздравляю. Че, поздравляю? Это еще один реально кайфовый. Обалденный герой, который нужен этому бездонату. Просто кайф. Конечно, это надо копить, это надо иметь терпение. Но я думаю, потом, когда получаешь таких героев, за это терпение, за столько самов, оно того стоит реально. Таких имбушек мы уже натащили. Ну, для игры ему тут вполне хватит. Так, Тесочка. Не знаю, есть, нету, потом посмотрим. В конце королева гарпий, еще одна королева, фараон. Так, рандомчик, давай, давай, бро. Так, ну что, пробуем последний заходик.
Ну, неплохо. Вот такие роллинги мне нравятся, когда, блин, на бездонате просто тупо сыпят. Ух, как нас встретили жестко. Ну, ничего-ничего. Скоро у него тоже будут такие герои. Даже покруче. У него они, в принципе, уже есть. И рогатка есть, и бугимен есть. Так, давайте досливать эту Фрею. Отлично. Поехали, ребят. Суккуб сразу же падает. Сразу же падает Лего после рейда. Моментально. Медузка. Душек. Хранитель. Ну, будет у нас ледяха. Триант. Ну, еще один бугимен. Блин, и снова в конце. Вот так вот. Как начинали, так и закончили. С Леги. А, ну чё, блин, ну поздравляю. Мне понравилось. Вот реально 100к. Я понимаю, что мы их просрали не зря. Сейчас мы еще плюхи заберем. Так, ну я думаю, слизни мы точно собрали. Конечно, фобу мы не вытащили. Да, честно говоря, это хрень. Вот эта эмблема, точнее талант, фигня полная, без уклонения. Это хрень полная. Ну а так, вполне, я вам скажу, очень достойно. Так, поехали. Чик. Две афинки. Так, отлично. У него тут еще плюшечки накопились. Вот посмотрите, вот это правильный бездонат. Когда он копит плюхи, а заходит какой-то Мадевин. И просто вытаскивает ему исцеление, блядь. Просто, я офигею, если там сейчас нету еще исцеления на тыкве, это просто эпично. Грубая сила, отлично. Короче. Разыряем без доната, ребят, по полной. Изворот. По полной разыряем этот аккаунт. Чтобы он больше не хотел давать на роллинг. Так, хорош. Блин, сколько у него плюх. Откуда столько плюх? Плюшкин, что ли? Открываем. Открываем, ребят, все. Это того стоит. Даже сейчас отсюда выпадет какая-то имбушка. Но я говорил, что выпадет имбушка. Только оккультиста нет. Так. Чик. Еще афинка из Акла. Ну, тут у него все питомцы у него есть. Так, окей. Окей, ребятушки. Поехали. Поехали сюда. Открыть все. Отлично. Такс. Ронин призрачный. Смотрим последний раз, что там у него есть, чего нет. И пойдем посмотрим на героях. Что у нас там упало интересного? Тык-тык-тык-тык-тык. Где там-то Тесса? Тесса у него есть. Все, отлично. Поехали, посмотрим героев. Просто изи, ребят. Просто налегке. Ну что, поздравляю. Думаю, я... Ты не зря. Блин, у него два исцеления. Или там нам два упало. Я не понимаю, почему у тебя еще... Тыковка не топовая, это ж просто жесть. Это уже надо было давным-давно прокачать. В общем, вот так вот, ребят, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи. А, подождите, какой удачи, мы не посмотрели на героев. Разбежался, с чем они там выпали. Так, землеройка, космо, ну как обычно, короче. У него коробки есть. Он себе может позволить потом вытащить все, что надо на этих героев. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Я не буду уже тратить коробки, затягивать. Всем удачи, всем пока.